Программа «Шоу дельфинов и морских котиков» начала свою работу совсем недавно. Ставропольскому зрителю посчастливилось первым увидеть работу цирковых начисто. Изюминка труппы бросается в глаза сразу же, как попадаешь в манеж. Вместо привычной авансцены – 30-тонный бассейн с афалинами и лишь 6-метровый пятачок для остальных – балета, клоунов-иллюзионистов и воздушных гимнастов. Впрочем, удивлять, держать в напряжении и заставлять зрителей вздрагивать после очередного опасного трюка артистам удается и на такой площадке. Специально для телезрителей СТВ они снова покажут свои лучшие номера. Займите свои места у телеэкранов. Мы начинаем. Почти в каждой труппе есть свой балет. Обычно роль у разодетых прелестниц в представлении небольшая. Зачастую это открытие и закрытие программы, а также яркий антураж для некоторых номеров. Только не нужно это недооценивать. Именно балет в первую очередь заставляет зрителей приковывать все внимание к манежу. Броские наряды танцовщиц, да и всей труппы в целом, считаются одной из важнейших составляющих шоу. Оттого-то у артистов такое трепетное отношение к перьям и бижутерии. Самое дорогое – это у нас перья в костюмах и камни Сваровски, потому что никакую другую фурнитуру мы не приемлем, потому что у нас свет, как вы понимаете, это главное в манеже, и костюмы. Нам шьет минский костюмер, он очень известен в цирковом мире. Его костюмы участвуют во многих программах. Также сейчас был фестиваль в Большом Московском цирке «Идол», где он непосредственно был главным костюмером и портным, который обшил всю эту программу. По нашей просьбе сделал для нас первый комплект. Поэтому в нашем молодом балете, которому всего лишь 5 месяцев, это единственный такой большой костюм яркий, который есть в коллективе. Чтобы обуть и одеть труппу, необходимо несколько миллионов рублей. Заоблачные цены на такие непрактичные и броские вещи диктует профессиональная стилистика. Как ни странно, но в таком одеянии толком и не станцуешь. Ну, хореография такая своеобразные. Костюмы очень неудобные, в них не сказать, что жарко, они очень открытые. Но этот головной убор, большие длинные перья, стороны тоже тяжелые. Добрый день! Добрый день, наши дорогие уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас в Ставропольском государственном цирке. И представляем вашему вниманию программу «Шоу дельфинов и морских котиков». Первые иллюзии появились в Египте. Но, как вы знаете, что жрецы занимались, чтобы привлечь больше внимания, занимались, у них было очень много магических трюков, которые, в принципе, они подавали не как иллюзию, а как волшебство. А так, в принципе, человек, который первый более-менее начал делать действительно механику сложную, это все-таки был, наверное, Роберт Уд, который, вот, в принципе, Гарри Гудини, он же Эрих Вайс, он взял фамилию Роберта Уда, которого занимался иллюзией. Он, в принципе, так пишет, как Гудини, Х первое английское, также Уден пишется первое Х английское. В принципе, там одна буква разница.
И, наконец, на сцене появляется первое дрессированное животное. Морская львица Лиза свои таланты уже успела продемонстрировать всему миру. В новом тандеме с дрессировщиком Максимом Алискеровым она работает чуть меньше полугода, но им уже есть чем похвастать. В паре Максим и Лиза оказались случайно. Поначалу животное, естественно, не признавало порядки нового худрука. Впрочем, подход к львице мужчина искал недолго. Поначалу просто уехал тренер, попросил ее кормить. Я поначалу просто заходил кормить, сидел с ней. Поначалу страшновато было, потому что это хищник все-таки. Ну, потом она более хорошо начала относиться, подходила хорошо, спокойно давала гладить себя. Сейчас в данный момент она даже может и поцеловать. Причем хорошо ластоногие животные, они понимают интонацию, когда мы разговариваем. А с дельфинами такого нет. Дельфинам надо объяснять всегда на жестах. И с морской львицей достаточно просто работать. Когда разговариваешь с ней, рядом ходишь, она все понимает. Ну и какое же шоу обходится без полетов под куполом? В этой программе аттракцион стальных нервов и выносливости исполняет хрупкая Анастасия Сарычева, не без страховки своего супруга. Он, кстати, тоже работает в цирке. На высоте Анастасия работает уже несколько лет. К номеру, который зачастую показывают только мужчины, ей помог подготовиться муж, в прошлом мастер спорта по спортивной гимнастике. Как у спортивных гимнастов мы разминаемся в основном руки, плечи, потому что идет работа все время на руках.
силовые упражнения, подтягивания, отжимания, то есть все как мужчин, многие элементы. И... Как бы для этого жанра это самое главное — физическая подготовка. Главная задача у гимнаста, во-первых, гимнаст — это что? Это сила. То есть это силовые элементы, которые исполняются в воздухе без никаких страховок, без никаких. То есть ты надеешься только на самого себя, на силу своих рук. Важно добавить, перед таким номером только разминка у артиста занимает больше часа. По нагрузке рядовой разогрев цирковых не уступает усиленной тренировке в спортзале. Пока артисты готовятся к очередному выходу, манеж отдают в полную власть клоунов. Лицедеи не просто развлекают публику, они заигрывают со зрителем и делают его самого частью большого представления. Юрий Тарасенок вместе с женой Натальей в клоунском гриме уже 8 лет. Но даже несмотря на такой опыт, каждый раз кокетничает со зрителем аккуратно. Рассмешить зрителя, наверное, не очень так просто само по себе. Ну, слава богу, получается. Интуитивно уже выбираешь. Ну, это если номер состоит из того, чтобы вывести кого-то в манеж и с ним поработать. Интуитивно. Бывают и срывы. Бывают непредсказуемые ситуации, бывает, человек очень хочет побыть в манеже, начинает подыгрывать, а для нас это совсем не надо. Коль, ты сидишь и никого не трогаешь, хорошо, да? Сидишь, никого не трогаешь, пока я не скажу, Костя! Давай! Так, а ты поднимаешься, вот тут что-то делаешь вот так. Обязательно дорабатывай. Раз уже человека вывели в манеж, значит, обязательно можно как-то это все довести до финала, до развязки, чтобы это было незаметно для основного зрителя, что это какие-то трудности. И, ну, в этом заключается профессионализм. Пришел из спорта акробатом, пришел в подкидные доски, недолго там был, получилось, номер распался, и работал акробатом-эксцентриком. Потом был эксцентриком. Я считаю, что клоунадой надо заниматься после 25-30 лет, чтобы мог на уровне общаться как с маленьким зрителем, так и с людьми постарше. Даже в цирковое училище в Московске на клоунаду принимали с 21 года, если можно было поступить на любой другой жанр с 16 лет. Зритель, чтобы чувствовал партнера. Вот когда я иду в зал работать, для меня весь зал – это партнеры, потому что они мне помогают. И они знают, что я им верю, и они мне тоже верят. А это, наверное, с возрастным таким маленьким. Я не говорю, что это должно быть далеко за 40 или за 50. Но это, как правило, вот так вот где-то с 25 лет. И
немного о рабочем виде артиста. Грим в цирке используют почти все, но у клоунов боевой раскрас наносится в первую очередь. Лицо – главный инструмент коверного. Театральный грим создан на медовой основе. Но им надо тоже очень правильно пользоваться, потому что лицо страдает, особенно женское лицо, если часто накладываешь грим и снимаешь, обязательно страдает. Поэтому есть крема какие-то под него, есть это. Но мое лицо как-то вот за все эти годы привыкло, поэтому я ничем не пользуюсь, а снимаю грим вот влажными салфетками просто. Вот. Умываться не рекомендую. Потому что обветривание бывает, там то-то, то есть как бы если там 2-3 представления в день, то это, ну, накладно, как говорится, для лица. Вот. И это ни в коем случае не косметика. Это театральный грим. Гримом можно сделать все. И вот на сцене появляется дрессировщик дельфинов. Подопечные ждали его в бассейне у сцены все выступление. Теперь пора показать публике, что они умеют. Как признается артист, завоевать сердце дельфина очень трудно. Еще труднее заставить его выступать. А снова успех – это контакт. Нашел общий язык, наладил хороший контакт со зверем. Все, тогда все будет нормально, все получится. Главное, чтобы зверь тебе доверял. То есть, если зверь тебе не доверяет, то успеха не ждет. Почти всю жизнь цирковые дельфины проводят на сцене. Водный манеж заменяет дельфинам море. Состав воды в бассейне максимально приближен к естественным условиям их существования. Да, питание, понимаете, они постоянно в ней находятся. Если же здесь что-то произойдет в воде, они не смогут выйти сюда на помост, и они просто погибнут. Воду, конечно, это перевести с собой невозможно, поэтому искусственно, она делается искусственно. Вот, там выдерживаются все эти параметры, пропорции, которые необходимы. То есть соль йодированная должна быть. Вот, вода, конечно же, чистая должна быть, без всяких примесей, без ничего. В основном это веселые, игривые, такие они активные животные, я даже сказал, забиятельные.